Даже при минимальной ставке с Salimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Salimbet. Salimbet. Максимум от игры. Не могу не спросить, как самочувствие? Да все хорошо. Бывает, попало. Ничего страшного, это обычный игровой эпизод. В этом эпизоде ты действовал чисто на инстинктах или какая-то мысль успела в голове мелькнуть? Это чисто инстинкты, потому что нужно было защищать ворота. Я понимал, что мяч отскочил кому-то из нападающих Ахмата, просто повернулся, увидел, что нападающий замахивается бить, и прыгнул в подкате. Надо было просто защищать ворота, неважно, какой области тела. Правда, что после матча в раздевалке Ираклий пытался отдать тебе свой приз лучшему игроку матча? Да, он подошел, сказал, что награда моя, но... Я сказал, что награда, в принципе, всей команды. Вот, поэтому это такая же награда каждого игрока. Поэтому дали ему, я за него очень рад. Дико соскучился, наверное, по игре, особенно на домашнем стадионе? Конечно, когда особенно смотришь трибуны и видишь, как болельщики болеют. Потому что когда ты играешь, ты отключаешься чуть-чуть от трибун, вот. Но когда сидишь и смотришь, как люди переживают, как каждый момент они сопровождают аплодисментами, это, конечно, всегда подначивало быстрее выйти в игровой ритм и быстрее играть. Скажи, а после матча какие ощущения превалировали? Радость от того, что ты помог команде, или сожаление от того, что мы в каких-то моментах не дожали все-таки Ахмат? Ну, учитывая то, как складывалась игра, скорее, наверное, были сожаления, что не смогли забрать 3 очка, потому что нам не важно, с кем мы играем дома конкретно. Вот, дома мы всегда обязаны 3 очка брать. Вот, а там, как получается, это уже, ну, это уже игровая ситуация. Наш следующий соперник – Оренбург. И после того матча, который мы провели в гостях, скажи честно, двойная мотивация теперь? Наверное, даже тройная, потому что... Во-первых, нам, так скажем, чуть поиздевались они, эти иностранцы, их. Поэтому наш настрой сейчас, наверное, тройной, если не больше. Болельщики – это наш 12-й, 13-й, 15-й игрок. Поэтому мы всегда дома играем на 300%. Вот. И трибуны, когда особенно... Трибуны чувствуют, когда мы поддавливаем соперника и помогают нам в каких-то моментах додавить. Поэтому, естественно, мы будем ждать как можно больше болельщиков на стадионе. Всегда благодарны им за поддержку и, надеюсь, они получают удовольствие от нашей игры.